Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. 16 из полезных правил достижения счастливой жизни – не обращать внимания на злословие людей. Из полезных вещей, которые следует знать, то, что причиняемые людьми обиды, особенно их злословие в твой адрес, не навредят тебе. Они этим навредят только самим себе. Но если ты начнешь интересоваться словами других о тебе и позволишь им одержать верх над твоими чувствами, то они навредят тебе и так же, как вредят тем, кто их произносит. Посему не обращай внимания на это, и тогда не будет тебе от них никакого вреда.